Сейчас мы находимся в новой молодежной библиотеке имени Чехова, которая расположилась по адресу Комсомольская, 3. Здесь мы встретились с амурским поэтом Ярославом Лукояновым, и с ним мы поговорим о новом проекте, который называется «Вернуть слово». Он является его автором. Ярослав, ну рассказывай, что за это проект и почему такое громкое название «Вернуть слово»? Идея пришла спонтанно. Вообще, в принципе, сидел просто, думал, что нужно как-то вернуть слово тогда поэтическое, и поэтому все-таки вот так вот спонтанно возникло вернуть слово это. Ну, вернуть поэзию, вернуть любовь к литературе какую-то, вернуть все это в залы в первую очередь, поскольку хочется, чтобы на эти наши концерты в рамках проекта люди приходили именно в залы, как это было ранее, когда поэзия была более популярна, конечно, в нашей стране, нежели сейчас. Сколько было участников и как проходил отборочный тур? Было подано, на самом деле, 50 заявок, но пришло меньше, кого-то не было, но около 40 человек мы прослушали в течение 3 часов. У нас были замечательные жюри, это был и главный режиссер театра драмы, и люди из библиотеки, и также телеведущие. Ну и я, как организатор, конечно же, слушал участников. Отобрали 16 сильнейших, которые сейчас будут в рамках проекта участвовать в так называемых поэтических дуэлях, где будут читать, декламировать по 3 стихотворения на каждом концерте. И с 1/8 начиная на вылет, все ближе к финалу будут идти. Что подразумевают эти дуэли? Декламирование стихотворений, и затем будет зрительское голосование, где уже сами зрители решат, кому дальше проходить в следующий этап. Какие произведения декламировали участники? Да, это были больше собственные сочинения, да, все-таки собственные стихотворения, или это все-таки были стихи других авторов? Скорее, мы были направлены именно на других авторов, нежели на авторские стихотворения, поэтому у нас был один участник, который пришел с авторским стихотворением, да, а в основном читали классику, читали Есенина, читали Маяковского, читали современников, также советский период. Разные, очень разные были, на самом деле, стихотворения. И с некоторыми авторами и стихотворениями даже все члены жюри столкнулись впервые. И было очень интересно познакомиться с такими авторами, с такими стихотворениями. И некоторые участники нас действительно удивили своим выбором. Да, наверное, есть 3-4 человека, которые, мне кажется, на мой взгляд, фавориты. Но, опять же, все будут решать зрители, поэтому мы тут никак не сможем повлиять на исход концертов. Ну, было, да, было 3-4 участника, которые лично мне очень сильно понравились и которые, на мой взгляд, могут дальше пройти далеко. Спасибо огромное, Ярослав, тебе только творческих успехов, ну и, конечно же, реализации всего задуманного. Ну а вам, дорогие телезрители, мы желаем хорошего настроения, творческих удач.